Кто-то, друзья, тут у нас какие-то разборки. Тигры, оказывается, через ограждение тоже любители повыяснять отношения. Не только Чук и Дейл в свое время это практиковали. Все, посмотрите, этот ближний к нам тигр ходит с таким вызовом. Приглашает помериться силами. Но тиграм силами мериться не стоит, потому что они, в отличие от львов, дерутся очень стремительно и жестоко. Ну все, тот тигр не захотел выяснять отношения. У него прекрасный вольер. Тигрица, это ему ни к чему. А этот тигр, конечно же, приревновал. Так, а здесь у нас тоже вот огромный тигриный вольер. Тигры любят на этой крыше запрыгивать сюда и отдыхать. Видите, даже чешут когти, и вон крышу подрихтовали. А вот этот тигр очень любит метить посетителей. Только подойдешь, а он так вроде незаметно, но поворачивается, и все. Брызгнул, причем на такое расстояние, что на 1,5–2 метра запросто. Мощный такой крепкий самец. Поглядывает, там у него дальше тоже тигры. Соседи со всех сторон, так что ему не скучно. К тому же у него здесь тигрица в вольере тоже. Вот его теплый домик. Хотя амурскому тигру погода нипочем. Ага, вот тигрица услышала, вышла. Красавица. Тигрица, конечно, значительно уступает в росте этому богатырю. Там тоже такая своенравная дама. Не такая своенравная, как Леди Ди. Но иногда, я замечал, тоже характер показывает. Вот они, тигриные нежности.
полоскаться, не прочь была полоскаться, а он ушел. Так что, друзья, всем тигриный привет из парка Львов Тайган. Ждем вас всех, особенно уже с весны, в гости в обновленный парк Львов Тайган.